Украина, Украина, Богом данная земля, и Бердянск ее жемчужиной считается не зря. Владимир Шаповалов, директор бердянского коммунального предприятия «Зеленхоз», цитирует стихи, которые написал несколько лет назад. В 2013 году к этим словам появилась музыка, написанная местным композитором Алексеем Кобзевым. Пылают багряные зори, простор необъятный манит. Владимир родился в таежном поселке Хабаровского края. Закончив Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище, занялся строительством горных автомобильных дорог. В Бердянск перебрался в 1983 году. Продолжил армейскую службу командиром саперного подразделения. Чувствуешь в эти минуты, Бердянск твоим городом стал. Ведь вот кто приезжает сюда, вот он как бы побыл немного, и кажется, что это твой уже город, все. Он притягивает Бердянск, понимаете, вот именно, ну, своим, не знаю, вот. Ну, Бердянск – это великолепный город. Небольшие очерки, посвященные своему детству, юности, зрелости, а также литературные зарисовки о любимом городе, уже были изданы в двух книгах. В прошлом году вышла в свет третья «Мед и жало». Сборник, насчитывающий более 1000 афоризмов, посвящен различным проблемам общества. Никогда не теряйте терпения. Это последний ключ, открывающий все двери. Не могу разобраться, что лучше – уйти в себя, выйти из себя или быть вне себя. Сегодня Владимир Шаповалов продолжает писать, готовит к изданию четвертую книгу. Начал работу над пятой, посвященной далекому прошлому Бердянска. Мы же в этой жизни должны что-то оставить, понимаете? Песни, скульптуры там и так далее. Люди забудут, что эту песню написал там Шаповалов или Кобзев. Забудут, но песня-то останется. Дмитрий Злачевский, Игорь Стрельцов, Евгений Дохновский, Бердянск, ТВ5.